Так, это мы приехали первую ночь вот такую гостиницу. Ну, как гостиничный комплекс, точнее, машина нас привезла. Высадились, ребятишки уже бегают. Там вот как кухня-столовая большая такая. Здесь какое-то здание. Неведомо какое. Сейчас ждем, нам покажут, куда нам размещаться. Вот нам дали такой домик. Гостевой дом номер один. Будем там спать и жить несколько дней. Пошли вон в трапезу. А вот сейчас узнаем. Я меню здесь не составлял. Это у нас, скажите, а можно сразу это, какую-то общую тарелку вот сразу отложить вот по половине точно? Почему? А ребятишки, да вот он не съест, они не едят столько. Ну ладно, я там, например, съем. Ну, много реально нет, а потом останется. Ну, что теперь? Ешь. Всем доброе утро. Утро первого дня. Солнышко. Так, сейчас мы покажем. Собачёшка тут такая. Сейчас мы покажем наше пристанище. Нашу гостиницу. Вот это вот столовая вечером. Мы тут уже позавтракали. Домики. И наш гостевой домик number one. Номер один. Вот он домик, как бы две каюты, что ли. Одна сверху, другая снизу. Это такой более как бы семейный вариант. Сейчас небольшой обзор проведем. Все сделано из дерева. Настоящая рубка такая. Вот. Дерево небольшое по диаметру. Я думаю, если это летний вариант, это пойдет. Итак, мир дому вашему. Так, что у вас тут? Ой, вещей-то вещей, мама дорогая, это кто? Столик, диванчик, икона, две кровати. Картина тут с лошадями такая. Так, что там у нас? Раковина. Папа, я тут. Там у нас, значит, занято. Да. И тут ванная. Ну, душевая, точнее. Вот, туалет, душевая. Все. Собственно, все есть для того, чтобы... Ну, что, приехал тут, отдохнул, поспал и дальше поехал отдыхать куда-нибудь там, на Волгу или еще куда-нибудь. Ну, вот так небольшой обзор нашего жилище. Кстати, там часовенько еще на, ну, отсюда не видать на территории. Вот, а есть вот эта вот большая гостиница. Там тоже комнатки, как бы, ну там кто по одному человеку. Вот. Там комнаты, в общем. Ну все. Всем добрый день. Итак, мы в поездке. И как же погладить мужу рубаху, когда нету ни утюга, ни столика? Что надо сделать? Итак, сейчас я попробую вам показать. Купила вот небольшой такой отпариватель. Он у меня умещается просто в рюкзаке. Ну, понятно, что у меня не полный рюкзак там вещей. Там основные вещи в больших сумках. Вот. Но при этом нужна вешалка. Вешалку мы в номере нашли. Вот. Вешалку на вешалку. Плечики на вешалку, вернее. Вот. И тут удобно. Рядом розетка. Тут можно поставить. Этот принцип, значит, этого отпаривателя, как чайник. То есть туда воды наливаешь. Он его там нагревает внизу. И уже паром отпариваешь.
Вот я его не так давно включила, что воды много налила. Вот что думаю, еще себе там платьишко отпарить. Все, вот пар пошел. И начинаем отпаривать. Ну, я начинаю с рукавов, там кто как. Вот, ну видно было или нет, что рубашка-то мятая была. И вот при пропаривании она становится гладенькой. Вот надо на расстоянии безопасно уже все это расправлять, чтобы пар не обжигал. Снизу вот беру, тоже придерживаю вот так. Воротничок аккуратно тоже вот расправляю, чтобы он как надо уже был. Плечо. Для своего сударя рубашку пропарю. Но я подробно шибко до конца не буду. Он как бы принцип понятен. Сейчас я ее переверну, вот так повешу с другой стороны. Потом опять спереди посмотрю, все нормально. Ну и на этом закончим. Пока. Итак, утро продолжается. Детская площадка. Вот тут вот часовенка такая у нас. Ребятишки уже горку шлифуют. Тут, значит, качельки. А там вон это залив такой Волги. Ну, короче, как это назвать? В общем, да. Ух ты, яблоки тут растут. Или груши, или яблоки, что-то такое. Это яблоки. Опа, а тут мама пришла. Там везде по углам всякие танки. Ну, для реконструкции, в общем, игрушечные, так скажем. Вот, солнышко светит. Хочу показать часовинку. Все на выход. Это техника после Курской дуги, наверное, собрали тут. Утро, а уже еще люди проснулись. Тут вот такая красивая кухня, терраса такая, цветочки красивые.